Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Чу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше снимать для вас видео, к чему снятся блины. В принципе, по славянским традициям, если мы вспомним, то блин это по сути символ марены, то есть похороны и так далее. То есть, если вы блины просто там держите в руках, где-то кому-то предлагаете еще что-то, значит вы передаете свою смерть или болезнь, скидываете на кого-то, на каких-то родственников. Если кто-то продает, стоит блин и держит, то значит он перекидывает на вас, вам предлагает блин кто-то, то есть предлагает кто-то взять свою смерть или болезнь. Поэтому, когда вы проснетесь, вы потом посмотрите, кто вам будет что-то предлагать. Не берите это в руку, это возможно вам перекладывают болезнь какую-то, дают, да? Дальше, если вы, допустим, сами потребляете, значит все-таки вы берете болезнь на себя. Также это будет может значить, если блин разделяем как-то, складываем, это тоже признак определенных скандалов, конфликтов и так далее. Если просто пекете блины, это тоже к символу оплодотворения, символ здоровья быстрого и улучшения жизни. И вы добьетесь того, чего спланировали. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чу, ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.